Располагайте пальцы на лучевой артерии. Посчитали пульс. Глубоко вдохнули. И медленно выдыхаете. Медленно, медленно. И с каждым выдохом, чем вы медленнее выдыхаете, тем пульс должен становиться медленнее. Так работает система дыхания, влияет через блуждающий нерв на сердечно-сосудистую систему. Если у вас этого не происходит, это означает, что у вас где-то имеется уровень компрессии блуждающего нерва. Вот у нас следующий семинар будет посвящен биодинамике блуждающих нервов. Мы будем долго детально рассказывать, потому что без блуждающего нерва восстановить органы брюшной полости невозможно. Невозможно. 7 уровней компрессии блуждающего нерва. Получилось? Да. Вам повезло.